Подпольным, да что там, даже качественным алкоголем можно отравиться. Таким образом, в этом году пострадали 511 жителей региона, а 109 умерли из-за злоупотребления спиртным. Таковы данные регионального Роспотребнадзора. Но страдаем мы не только от алкогольных напитков, но и от другой напасти. Иркутская область занимает, только вслушайтесь, второе место среди регионов по смертности от инфекционных болезней. Самые распространенные среди них в Прибайкалье – ВИЧ, туберкулез и гепатит С. Показатели заболеваемости по ним значительно выше среднероссийских. Об этом сообщает Иркутск-медиа. Особо страдают брачане. В северном городе за 11 месяцев этого года 520 человек обратились к врачам с различными инфекционными и паразитарными болезнями. По сравнению с прошлым годом ухудшилась ситуация по 9 недугам, в том числе сальмонеллезу, хроническим вирусным гепатитом, острым кишечным инфекциям.